Приветствуем вас, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Здравствуйте. Поздравляем вас с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хотим пожелать вам видеть только хорошее в окружающем мире и находить все доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Цените все то, что вы имеете. Дом, работу, семью, здоровье, друзей. И наслаждайтесь каждым мигом вашей жизни. С праздником вас! С праздником вас, дорогие друзья наши, подписчики! С великим светлым праздником, Рождеством Христовым! И вот что нам говорит Священное Писание, это Евангелие от Луки, я вам прочитаю всего несколько мест. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Кесарии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время ей родить. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу! И на земле мир, и в человеках благоволение». Вот что такое, друзья, Рождество Христово. Рождество Христово, другими словами, это день рождения нашего Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Это великая радость, что пришел Христос, Царь царей, Господь господствующих, на эту землю, чтобы нам, людям, даровать прощение грехов и дар жизни вечной. От всей нашей семьи еще раз и еще раз мы поздравляем вас и желаем вам всех благ, всего самого лучшего. И наши дети также примут участие в поздравлении вам. Они расскажут небольшие стишочки для вас. Ну и в конце мы споем вместе песню для вас. Прошли века от Рождества Христова, сердца полны святого торжества. Мы празднуем сегодня с вами снова великий праздник, праздник Рождества. Над миром тьма кромешная царила, и люди шли, не ведая куда, но ярким светом землю озарила святая Вифлеемская звезда. Звезды радовались с нами, ликовали пастухами, освещали Вифлеем, путь указывали всем. Пусть узнают на планете, что есть ангелы на свете, мы посланники небес, мы посланец Бог Отец. Радуется ныне вся земля, что на Вифлеемские поля пастухом впервые весть пришла, что Христос рожден. Тьмой объят на мир, дивно озарен, нисходящим с неба тёплым светом, слушай вся земля, Иисус рожден, возвестили ангелы об этом. Тихий вечер опустился на поля, засыпала Вифлеемская звезда, а на небе в этот миг яркий свет большой звезды засиял над миром светом неземным. Загоревшись, эта яркая звезда
возвещала рождение царя. Не в чертогах дорогих и не в храмах золотых, на соломе в бедных яслях он лежал. Не в чертогах он лежал. Рождество — великий праздник, Рождество царя царей. Бог послал в мир избавление от греха и от скорбей. Рождество там, на востоке, яркий свет большой звезды освещает путь к истокам жизни вечной любви. Свет рождественской звезды горит всегда, наполняя наши души и сердца, проникая сквозь века. Небольшая звезда наполняет мир любовью Христа. Проникая сквозь века, небогасшая звезда наполняет мир любовью Христа. Рождество — великий праздник, Рождество царя царей. Бог послал в мир избавление от греха и от скорбей. Рождество там, на востоке, яркий свет большой звезды освещает путь к истокам жизни вечной любви.